Не секрет, что дети с диагнозом аутизм нуждаются в ежедневной заботе не только со стороны родителей и близких, но и со стороны медиков. Сегодня в Актобе открылся такой центр, который будет в помощь мамам и папам, воспитывающим деток с ментальными нарушениями. Новое медучреждение расположено в доступном месте. Сюда можно привозить детей в дневной стационар, работающий в две смены – с утра до обеда и с обеда до вечера. В нашем центре есть 46 медицинских специалистов, которые будут заниматься с детьми. Это психиатр, невропатолог, педиатр, дефектолог, логопед, медсестры и другие специалисты. Центр оснащен современным оборудованием, специальными кабинетами для игр и развития детей. Есть кабинеты робототехники, шитья, мастерская, игровые залы. Центр создан при поддержке Акимата Актюбинской области. Для него было предоставлено помещение и проведен ремонт. Финансированию проекта помогли также фонды Самрук-Казына и Казахстан Халкына. В рамках церемонии открытия гостям представили ознакомительные экскурсии, чтобы показать, как дети проводят время. По статистике, в нашем регионе проживают 30 тысяч людей с ограниченными возможностями, 5 тысяч из которых – это дети. Для них нужно создавать особые условия поддержки, и мы благодарим министерство и наших партнеров за финансовую помощь за открытие такого центра. Центр рассчитан на 125 детей. С пациентами будут проводить психологические консультации, уроки с логопедом, дефектологом, а также учить их обычным бытовым навыкам. Своевременное вмешательство может значительно улучшить состояние детей, поэтому родителям рекомендуется следить за развитием своего ребенка и обращаться за профессиональной медицинской помощью при возникновении каких-либо проблем. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».